И не другу помоги! Строить плотины — это просто класс! На этом бревне я покажу сейчас! Бобры обычно строят ночью, но тут надо спешить. Так что работаю круглые сутки. Ух ты, ваша коллекция палок больше моей. Нет, это не коллекция палок, дружок. Это моя плотина. Значит, с этими палками играть нельзя? Ай, протечка! Все, починил. Может, вы пока свалите дерево, а я уложу бревна? Сейчас будет дерево. Ух ты, эти деревья даже выше тех, что у нас во дворике. Как же мы свалим такое? Видел, какие у бобров зубы? Да, их трудно не заметить. У нас тоже есть зубы. Будем его грызть, как Баззи. Я люблю грызть палки. А деревья – это большие палки. За работу! А это дерево – крепкий орешек. Я думала, оно сейчас упадет. И я думал. Как еще можно его свалить? Силой роли, вот как. Будь готова упасть, дерево! Оу! Получается, дерево свалило меня. А это дерево достаточно большое для плотины? А я не знаю роли, но... С посадкой хорошо полетали? Да, но... Дерево свалить не получилось. А, ничего, дружочки, мы найдем для вас занятие достойней. Покажу вам, как плотину надо строить. Нам плотина по плечу, сейчас я научу. Вот на этот случай инструкция. Это не просто так сложили кое-как. Это продуманная конструкция. Нам нужно веску взять правой лапой, а потом и левой другую возьмем. Не надо бросать, как попало. Нет, нет, положите крест-накрест, как я. Поехали, раз, два. Только так, крест-накрест, складывай палки. Дело раз, два. Только так, и тогда плотину построите с братом. Ха-ха! Молодцы! О, да! Система — это не просто так. Сейчас вы все увидите. Если много палок взять, поставить вот так, они стабилизируются. О, да! Стабилизируются! Грандиозно! Все готово! Не совсем. Вода еще протекает